Всем привет, друзья! Вы на Кутплей, и мы продолжаем историю прекрасную. Так, что, Ворон, читали что-то о завесе в своих ведьмовских книжках «Волшебное царство теней»? Это оно и есть. Мы называем его лощиной. Но завеса тоже хорошо звучит, как по мне. Может быть, так называют лощину в Европе? Кто знает? Окей, улучшить лагерь 4 уровня. Текущий уровень 1. Мяч для йоги, здоровая особь. Постель. Улучшить мандрагорца до подростка. Это да, вот это жирные подгоны нужны. Так, что бы я хотел? Его надо довести до взрослого. А ты, зелененький друган, ой, зеленый, селить. Так, добавить. Отлично. Улучшили. Так. Что ты хочешь сказать нам еще? Так вот, эти уничтожители, которые я упоминал. Плохие ребята, скажу я вам. Пришли сюда давным-давно, сотни лет назад. Но они не первые, они последние. Конечно, они самые противные и прибыли здесь дольше всех. Люди с вашей стороны не должны были оставаться здесь так долго, как они. Стать настолько старыми, что только магия удерживает вас вместе. Это не проходит бесследно. Но вы не волнуйтесь, у вас еще много времени. Мы отправим вас домой задолго до того, как начнете летать и крушить все подряд. Ого. А то не хватает на постельку. Да-да-да. Ну, каждому по постельке. Сюда надо двигать. Что такое? Ну, где? Благодарю. Так, нападение 4-14. А меня интересует движение дальше. Так. Да и тем более интересно же все-таки, что будет дальше. Там именно зараженный участок он тот. Оленьи остров. Так, вот. Ну, недолго он длится. Конечно. Защита. Зараза. Нет, туда. Угу, надо исследовать. Активируем и пойдем.
место почитания. Заражено 12 мест. Опасно, опасно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, стреляет еще. Иди сюда. Собака. А это призывало, да? Какой. Два, пусть. Талисман эфира. Целебный маз, призрачные чары. Красного забываю собирать. Оба. О, еще скоро у нас вырастут. О, шапочка, шапка-ушанка. Так, внешний вид. Оп. Так, новая рубашечка. Или что там? А, джинсики были. Во. Джинсики. Все нормально. Шапки летом нормально. Ой-ой-ой. Здоровяк кто-то. Надо сверху напасть на него. Получилось у нас сейчас. Добежим. Она прям внезапно такой взрыв произвела прям под себя. Хорошо, что если что умираем, если мы можем возродиться вот так. То есть прийти своим телом на своей душой. Это прикольно. Это очень, так сказать, экономит время. Так что мы уничтожаем заражение на острове и
Без проблем. Вытаскиваем как раз уровень для малышей. Где? Где? Ты моя маленькая. Прямо здесь возродим. Как нас забирать? Все это дело. Опа! Клюшка для лакросса. Вы знаете, что за игра лакросс? Вот такая вот. Шарики ловить, ну, это, мечи ловить там туда-сюда. Прикольно. Кстати, я помню. Здесь, о, четвертый, смотрите. Это что-то чавкает еще. Если не изменять память, в фильме... Американский пирог. Так, отдать кристалл. Нет. Я просто... Так, уровень лагеря повысился. Мы нашли еще одного мандрагорца. Так, доступные. Колодец. Так, бюджет лагеря увеличился. Алло. Вот это да. Точно удар. Критический урон. Ага, повышен. Ой, аккуратно. Это да, это надо было применять этот кристалл, чтобы там долбить. Все, у меня вроде бы не было оповещения, что мы очистили этот остров от грязи. Или все-таки было? Больше не наблюдаю. Ну давай, шапку-ушанку. Чертеж. Еще камешек мы что-то профукали. Здесь нету ничего. Откуда вот эти вот валяются? Вроде никого не убивали. А, все, почистили, наверное. Заправку на нем надо. Нам нужно дойти сейчас до хаты. До дома. Так, включили защиту и пошли домой. Нет, конечно. Кто там? Кто за мной бежит? Отлетел. Так, отлично. Так, еды нету и кушать нету. Сейчас добавим. Текущий уровень 2. До 4 левела надо еще. Так, поесть. Какой подарок от тебя? Что ты хочешь дать? Привет. Получить подарок.
Да. Осколок кианита. Два штука. Да. Так. Отдать кристаллы. А, у тебя вообще нету ничего. Красный, ты чё? Чесер, у тебя есть что-нибудь лучше не какое-то? А, тебе... Ты только первый. Так, желтый. Синий. У тебя сколько улучшений? Ну-ка, покажи. О! Лоп! Волшебство! Есть. Он постарше стал. Мало его падения дополнительного предмета. Так, малыш. Давай посмотрим. Что тебе можно... Так, а здесь янтарь. Ага. Держи янтарь. То есть, получается, каждому что-то дано. Какой-то камень, который мы ищем. Все, держи. Кушай. Опа. Оп. Так, а ты, друг? Чё ты? А у нас даже три для тебя есть. Даже сюрприз такой. Еще два, и потом станешь взрослым. Так, надо посмотреть, что там по улучшению. Так, светокамень, стрела. Так, у нас доступно что? Так, для разблокировки. Так, давайте откроем постель. То есть она постоянная, да, будет? Постелька. Это на один раз или на много? Давайте пока сделаем. Прикольно. Так, кстати, надо будет собрать для них еду. Давайте соберем и еще что-нибудь сделаем, построим. Лучше ягоды побольше бы у нас здесь было. О. Для желтого. Мерзость. Так, машину надо разогреть. Так, где сбор? Зелененького. Зелененький не помню. А кто у нас вырос? Я что-то забыл. Где? Синенький вроде бы вырос, да. Синенький.
Бегу, бегу, мои малютки. Малютки, малютки. Сейчас я вас покормлю. Так. Все вроде бы набирается. Им надо водички там попить и попустить. Так, это не обновилось. Это тоже обидно. Обидно, обидно. Что в здании? Это через 1.5 минуты нападение, да? Ага. Раз. Ноль, ничего нового. Пусто. Да, машина пустая. Через минуту нападения. Ща. Так, добавлено, да? Создать что? Йога? Это для йоги. И да. О, да. Нам нужен. Сюда поставим аккуратненько справа. Еда. И поставим, наверное, рядом. Мы же будем семена сажать. Идиль. Все, пусть работает. Атака. Где? Эй, пес! Отлети! Добавить, отлично. Клумба. Семечко моркови сюда, а здесь семечко сделаем капусты. Ну, малыши. Во. Пусть. Непонятно, кроватки одной хватит или нет. Ай-ай, кушает. Так, что здесь еще есть? Ну вот этот камень нужен. Ну, 2 кирпича. А куда? На вот эту кровать можно? Или это моя кровать? Я не могу понять. Они спят? Нет, они. Будут спать они? Меч для йоги. Ну вот обязательно меч для йоги нужен. Пошлите, купим 2 камня. Замену нужно. Не можем 24. Что же, где же... О, босс. Так, нам камень нужен, да?
Так, отлично. Шнурки, широкомет, спрейтерников, клюшка для лакроса. Нет, подождите, давайте не будем. Дорогос, самое то. Мне два камня нужно. Все, пойдемте. Погос легко собирается, и, в принципе, его нормально. Он постоянно появляется. Так. Друзья, вы меня обанкротили. Тоже мне для йоги они захотели. Балдею здесь. Вот, все. Сделал. Делайте. Малые, а. Для йоги. Надеюсь, это не один, не для одного раза. Ой, наполовину. Так, улучшение деревушки. Каждому мандрагорцу необходимо место для сна. В колодцах содержится достаточно воды для трех молодых мандрагорцев. Мечи для йоги – прекрасное средство от скуки. Могут счастливить трех юных мандрагорцев. Отлично. Чиздер, стой! Давай я тебе отдам кристалл. Два. Даже два. Держи. Там для желтого еще тоже есть вроде бы. Так. Красный. Красный! Стой! Я тебе сказал, стой! Бандюган! Нет, у него ничего нету. Желтый. Даже два дали. Держи. Фига ты проглот. Синий. О, получше который. Ха, балдит. Оп, оп. Главное, не лопни, чтобы не лопнул. Алло. Вот балбисина устал, да? Так, надо кровать сделать еще тогда. Нам кровать поставить. Четыре штуки. Ваши же кровати. Ну вот и стройте. Тихонько растет. До четвертого левела. Все, каждому по постельке. Так, Чейзеру одна, и он будет взрослый. А подросток, синий уже подросток. Так. А, тактик. О, дитя. Пустить. Дитя, точно удар. Подросток. А вот этот шанс критического удара. Повышенный критический урон. Статус лагеря. Так, бюджет улучшения. Следующий лагерь. Ага. Так, а древо технологии. Что там? Так, у нас. Ель! Одна шишка. Где мы должны это взять? Нечего складывать там. А, мне нужны эти ягодки. А мы здесь собирали уже все. То есть если там порыскать. Thank you.
Давайте, наверное, это все сделаем в следующей серии. И мы сейчас и так грядки сделали вон. Кушать им, попить есть, поспать, где побалдеть. Так что всем большое спасибо, что пришли, смотрите меня, и всем аригато. И спокойного сном. Снов. На это все. Пока-пока.